Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. На ваших экранах некое подобие возвращения проекта «Сборка». Тут на одном из стримов Battlefield 1 мне предложили сборку под названием «Перевертыш». Суть такова. У нас Springfield эксперимент и обрез Мосинки. Идеальный, правильный формат использования этой сборки — это обрез Мосинки как снайпа и 19.03 эксперимент как пистолет, так как один из них использует винтовочные патроны, а второй — пистолетный. Я сначала подумал, что это какая-то дикая шизофрения. Но на самом деле такая сборка оказалась интересной и в то же время эффективной на малых режимах в стиле TDM или Domination. Я просто поначалу думал, что я сейчас начну рвать волосы на голове, кричать, как мне не нравится этот пресет, и назову я его худшим пресетом в Battlefield 1. Но нет, защеканит только у автоматики, во всех остальных ситуациях не сборка, а прям булочка. И это удивительно, что сайдарм, обрез Мосинки, это единственная во всей игре снайперская винтовка, которая ваншотит в упор, как нормальная снайперка в нормальных батлфилдах. Походу, Dice LA у нас хлебнули логики Dice и сделали вот такую странную механику в дополнение во имя царя. Но дальше 10 метров ваншота нет и не будет. На дистанции обрез абсолютно бесполезен, так как идет сплошная раздача ассистов по причине крайне низкого урона и не очень высокой скорости полета пули. Даже на максимальных дистанциях пробитый жбан не дает гарантии смерти. Обрез Мосинги — это реально глоток свежего воздуха для всех фанатов агрессии фрикона Battlefield 3 и Bad Company 2. Удобный и фановый сайдарм. Если его брать в отрыве от этой сборки, то он плох в комбинации с другой снайперской винтовкой, так как долго его доставать и при смене оружия вас часто убивают. С такой же тараблой вы столкнетесь и в данной сборке, так как 19.03 — это однометровый пистолет с магазином на 40 патронов. Достает его персонаж слишком долго. Честно, играя перевертыши, я редко добивал противника Спрингфилдом. Либо не успевал и отлетал на рез при смене оружия, либо ваншотил Мосинкой. Ну, либо кто-то просто стилил халявный килл. Как самостоятельное оружие, лично по мне 19.03 был хорош только на релизе, так как был более скорострельным. А потом ему повысили урон с 23 до 25 и сильно скинули темп стрельбы. А урон не спасает данный агрегат. Все потому, что все пули летят в молоко, и только высокий темп стрельбы позволял вам просто косить противников пачками. На данный момент вас перестреливает много стволов. Но в целом предложенный пресет крут для ТДМ и превосходства. Если вы снайпер времен тройки, то рекомендую попробовать. Она оставит у вас неизгладимые впечатления. Да, я решил соединить два формата сборок. Обычный и старый добрый лол сборки, поэтому перейдем от теории к практике. Да, и если вам нравится такой формат, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях под видео, окей? Ну а мы перемещаемся в игру. Наша сборочка, перевертыш, эксперимент, обрез-пистоль, благодаря которому я поеду в Бристоль, друзья. В общем, готовы. Давайте посмотрим. Посмотрим, как тактикульно мы сможем бороться с пацанами в лесу. Мой костюмчик из Supply Drop Call of Duty должен мне помочь. Потому что это же костюм из Supply Drop. Максимальное влияние на геймплей. Концепция сборки невероятно прикольная. Использовать пистолет как снайперку, а снайперку как пистолет. Это гениально. Это невероятно крутая идея. Первый есть. Это хорошо. Хорошо, но мы слишком палевны. Ай, перезаряжайся. Так. Блин, знаете, после колды иметь флэр спот очень круто. В колде проблемы с радаром, там его нет. По большей части слишком высокий скорстрик требуется. 5-6 убийств для радара — это много для меня, если честно. А здесь вон портативный радар. Не надо ничего открывать. Взял, шмальнул и все видишь. Есть. Получилось, как должно оно работать, типа. Хотя в голову. Тебя в голову, брата. Воу. Где противник? А, нашел, братан.
Нашел тебя, братан, осталось твоих подельников найти. Пистолет хорош, 40 патронов, все дела, но снайперка должна использоваться чаще. Ладно. Мне очень нравится, как он перезаряжается. Он очень быстро перезаряжается. Но, блин. 99 как? Это невозможно! За что? За что, Неткот? За что? Зачем и почему? На самом деле, если бы у него урон был чуть-чуть побольше на дистанции, это было бы лучше бы штука бы в этой игре. То видите, одни ассисты идут, это невозможно. Как так жить? Откуда ни возьмись. В любой непонятной ситуации, откуда ни возьмись, появляется Федоров и все вам портит. Я этого не понимаю. Зачем? Вы старались убить снайпера как класс, и тут вы выпускаете пистолет, который как снайперская винтовка. С чем это связано? Почему вы так сделали? Зачем? Объясните мне. Объясните мне, пожалуйста. Я этого не понимаю. Это невозможно. Вы убили снайперские винтовки, но сделали пистолет как снайперскую винтовку. Зачем? Почему? Нет, он, конечно, не кемперит. Он не умеет убивать на дистанции вообще. Но... Но вот это что? Вот это нормально? Это пистолет. А это Мартини Генри. Почему какой-нибудь Витерли не убивает вблизи? А какой-то Мосин. Причем обрезанный. Это очень странно сейчас. Нет, тебя так. No, God, please, no. No. No! Но мы выиграли. Поэтому yes! 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 Блин, и прилично выиграли. В колде бы я за такое получил бы ачивочку. Вот когда вот это появится в кейсиках Battlefield 1, тогда я и признаюсь, что Battlefield 1 лучший Battlefield за всю историю Battlefield'ов. Серьезно. Хотите видеть больше лайв-формата в сборках или нет? Правда, интересно. Также лайк, подписка. Что там еще обычно просите? И долбанный колокольчик. Все, всем удачи. Thank you.